Ну, вот такой вот номер 7 по улице Жигулевской. 1000 рублей в сутки. С 5 по 7 января я снял. Двухспальная кровать, тумбочка, кондиционер, шкаф, телевизор, холодильник, трюмо, полотенце, постельное белье и душ, туалет. Туалет, душ. Вот такой номер. Территорию там позже покажу, холодильник даже есть. Вот такая летняя кухня. Ну, летняя, не летняя, не отапливается, но кухня. Стиралка 150 рублей. Ваш порошок. Так. Так, ну вот такой двор. Здесь. Слоник, бассейн, еще один корпус, беседка. Вот на третий этаж вот бассейн, этот корпус со столовой, двор, стоянка, прямо летняя кухня, и здесь спускаемся. Такой вот вид, летняя кухня, общий вид дома, и вот жилье Жигулевское 13А, гостевой дом Орхидея, номера телефонов, столовая, летом открываю здесь, столовая вот здесь летом.